Настоящее столпотворение сегодня было на ярмарке вакансий. Люди ищут работу, которую хотят, а работодатели предлагают, что могут. Чаще всего желания и предложения не совпадают. Но, как отмечают специалисты, соискателей с каждой ярмаркой становится все больше. Там людей очень большой. Большое количество нижегородцев, которые пришли сюда найти для себя подходящую работу. Здесь в окнах работает центр резюме, где каждый, кто желает составить конкурентоспособное резюме, может получить данную услугу совершенно бесплатно. Рабочие профессии работодателю больше всего нужны. Слесари, фрезеровщики, станки с программным управлением, вот особенно такие профессии. Я ищу вакансию экономиста. Но, к сожалению, на сегодняшний день вот у нас уже нет такой вакансии экономиста. И хотелось бы получать от 20-25 тысяч, но меньше, потому что смысла нет. У нас переизбыток людей с высшим образованием, поэтому в настоящее время требуются рабочие профессии. Попал под сокращение и сейчас ищу работу повара от хотя бы от 19-20 тысяч. Стабильная зарплата, мы предлагаем 12,5 тысяч рублей. Кризис сказался, какого-то заметного роста заработной платы, конечно, сейчас нет. Но рынок труда все равно предлагает довольно большой спектр работы. Люди, конечно, остаются без работы, но у нас в Нижегородской области вот стабильная ситуация на рынке труда по низкому уровню безработицы. Мы делим с Ульяновской областью первое место по Приволжью. Кстати, согласно статистическим данным, половина нетрудоустроенных граждан России окончили вузы по экономическим и юридическим специальностям.